Приветствую вас, дорогие друзья! На связи Татьяна Шумилова. И в сегодняшнем видео я хочу сделать такой небольшой видеоотзыв о дорогом мне человечке, о Леночке, которая проходила марафон женственности. И хочу сделать такое, рассказать свое мнение по поводу того, что поменялось в ее жизни, как поменялась сама Лена благодаря прохождению данного мероприятия. В первую очередь я хотела бы сказать, что та Лена, которая была до мероприятия вот этого, да, и та Лена, которая сейчас, это совсем два разных человека. То есть Лена поменялась в плане того, что она стала более четко знать, чего она хочет. Она стала больше радовать себя, ее настроение стало более позитивным, это однозначно. Те старые какие-то классные увлечения, которые почему-то были для нее, ну вот, определенное время неинтересны, вдруг стали вновь развиваться, появляться вот эти увлечения, какие-то хобби. И на самом деле это не может не радовать. Это на самом деле очень здорово. Что я еще увидела? Лена такой человек, которому хоть и не нужно много дисциплины, но дисциплина все-таки нужна. Когда у нее все четко размерено, она очень успешно и быстро продвигается. В любом вопросе, на мой взгляд. И вот как раз, мне кажется, вот это вот мероприятие, этот марафон очень здорово помог ей увидеть наглядно то, как она проводит свое время, чем заполняет свою жизнь и, соответственно, развить ту самую женственность. А женственность у каждого человека, ведь она определенная, она своя. И вот Лена, я думаю, свою женственность все-таки начала для себя открывать, и этот процесс бесконечный. Я ей желаю огромных успехов, ну, как говорится, именно того, что бы хотела она сама для себя. Потому что такие мероприятия, я считаю, они очень здорово помогают увидеть себя и несколько с другой стороны, более глубоко, более интересно, более как-то свежо, по-новому. Это здорово. Это все, что я хотела сказать в этом видео. Леночка, давай дерзай, продолжай, развивайся, и я в этом всегда себя только поддержу. Всем пока!